Средняя зарплата учителей в Оренбурге 25 600 рублей. При этом она варьируется от 10 до 50 тысяч рублей. Об этом заявила начальник управления образования города Нина Гордеева журналистам «Эхо Москвы». Педагог – это призвание, потому что детей нужно любить, нужно уважать, нужно очень любить свой предмет, который ты детям преподносишь. Нам хочется, чтобы все-таки учитель больше не думал больше о зарабатывании денег, а думал больше о том, как правильно провести урок, как увлечь детей. Напомню, не так давно премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что работа педагога – это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, посоветовал заняться чем-то другим, например, пойти в бизнес. Этим заявлением он вызвал волну негодования не только среди преподавателей, но и жителей всей страны. За отставку Медведева в интернете даже создали петицию, под которой подписались уже больше 260 тысяч человек.